Здорово, боярин, князь Никита, вас встреча. Здоров ли царь Иван Васильевич? Да как сказать? Бог с ним, откуда ты? Давно тебя не видно. 5 лет я воевал, и ты завез удары нашего. Но слушай его, едучи сюда, я стал в одной деревне отдохнуть. Как вдруг налетают некие злодеи, и давай резать неповинных крестьян. Я со своими слугами, конечно, разбил их, разбил. Ох, нет, уцелевших я хотел повесить, но суши дали, был у них пленник, его я развязал, а он говорит мне: отпустил бы ты их, князь, они ведь слуги государя. И что же ты, Алексеич, плетьми в суд отправил? Ох, князь, куда твое дело? То были государевы опричники, а по-нашему так кромешники. Кроток он, если и творят его люди беззаконие, так он про то не ведает. Сотворилось на Руси без тебя. Разгневался на нас великий государь, не пойми за что. Собрал людей, которых пожелал, и ушел. Руси без начала не жить, сгрызет сама себя изнутри, поганится мутить и Oh.
те будут у меня опричные люди, надежные. А к вам, где земщине, нет у меня веры.